Всем привет, уважаемые зрители моего канала, и сегодня у нас эксклюзив, а именно старая версия Wreckfest'а, которую нигде невозможно найти. Я сам ее качал 15 часов, перов не было совершенно, и перед тем, как вы еще не успели перейти на другой ролик, и вам еще интересно, я хочу сказать, то, что в этой версии поддерживается онлайн, и если вы хотите, то пишите в комментарии, и я сделаю следующее видео, в котором покажу, как эту версию скачать и запустить в онлайне. А сейчас приступаем к основному ролику. В нашем распоряжении в этой версии имеется 5 автомобилей. Первое, которое у нас при старте находится, американский Muscle Car, который здесь американский Muscle Car 2. Тогда он еще не имел названия, а в новой версии он зовется Star Beast. Второе, американский Muscle Car просто. Как символ игры можно его считать. И в новой версии он зовется... А я забыл, как он зовется. Извиняюсь. Забыл, как он зовется. Потом где-нибудь напишу в уголку. В уголке. Европейский автомобиль. Европейское купе именно. В новой версии зовется Гремлин. Настоящая машина это Ford Taunus купе. Вот, это я запомнил. Европейский маленький автомобиль, просто европейский. В новой версии он зовется Killer Bee. Извиняюсь за мой английский, но как есть, так есть. Сзади двигатель находится. В общем, все понятно. И вот напоследок, вот этот автомобиль, это большой американский седан, который в новой версии зовется Rammer, а тут, понятно. Также мы имеем... По трассам. Гоночную трассу вот в разработке одна, там я еще не помню, как она будет выглядеть, потому что я всего лишь несколько раз поиграл, я просто посмотрел. Дерби стадион, это понятно. Дерби маленький стадион, тоже все понятно. Дерби овал. Гонка восьмерка. Гонка гравийная. Гонка асфальт. И гонка песок. А также у нас имеется тюнинг деталей. У меня уже открыто. Двигатель мы можем затюнить. Хотя странно, что вот здесь в углу характеристики написаны. И то, что маленький блок V8 мощнее, чем все остальные движки. Довольно странно и подозрительно. Но как есть, так есть. Вот тут полные характеристики. 290 лошадиных сил, 393 крутящего момента, все хорошо. Коробку передач можем себе настроить. Вот, поставим с меньшими передаточными числами. Поставим дифференциал, повышенного трения. Дифференциал повышенного трения. Подвеску тоже можно менять. Да. Сразу говорю то, что для гравия лучше мягкая подвеска. Стандартная это компромисс между мягкой и жесткой. А жесткая нужна для асфальта. Берем стандартную. Тормоза тут ничего. Хотя и в новой версии тоже ничего. Шины тоже ничего. И можно раскраску выбрать для автомобиля. Вот, например. Стильно, модно, молодежно. Так, вот такая раскраска мне нравится. Поехали. Вот, допустим, если мы возьмем вот такую вот трассу песочную. Здесь мы можем еще выбрать количество оппонентов, кругов, погоду и то, как мы хотим играть, с какими вспомогалками. Выберем по стандартному. И путь можно реверс поставить. Поставим обычный маршрут. Начать гонку. Вот. У нас загрузилась игра. Графика сразу видно красивая. Вот. Так что для 2014 года это более чем хорошо, я говорю. Вот. Ладно. Старт. Поехали. А что с FPS-ом? FPS сперли. И сразу вам говорю то, что если играть в одиночку, то с FPS-ом все нормально. Но
Если играть на запись, это не особо рассчитано под такое. Поэтому нужно понижать настройки графики. Потому что у меня стоят самые ультра. И вот мы уже разложились. Что печально. Имеется вид от, из первого лица, от капота, от бампера. Просто. И кинематографичная камера. Правда, уже тут кинематографичность нахрен не нужна. Нет, потому что тут есть повтор просто. И у меня уже колеса нет. В общем, вот так это все работает. Сейчас я, наверное, понижу настройки графики и вернусь. Все, я понизил настройки графики, и теперь будем надеяться, что все будет нормально работать. Я это вам не гарантирую, но надеюсь, что это будет так. Ну, на этот раз я возьму автомобиль вот этот. Мне просто оно больше нравится. И возьмем какую-нибудь краску, на него тоже красиво. А, вот, мне даже такая нравится. Все, поехали. Гоночку. Так, вот такой вот старт. Все сразу быстро, ловко, дерзко, молодежно. Чтобы не растягивать хронометраж видео. Все, отлично. Вроде FPS сразу выше видно. А графику вы даже не заметите, потому что у вас передается с более плохим качеством, чем у меня на мониторе. Поехали. Да, я даже не вижу особых различий. И то нормально, и это нормально. Тут просто от погоды все зависит. Вот это все, перевернули мужика. Не, все равно FPS 30. А у меня было 60. Блин, тут уже всех выбивают. Давим его, давим. У меня уже критические повреждения. И звуки надо было бы подкрутить, но я решил не подкручивать звуки. Но знать, что звуки моторов здесь крайне классные. Я прям кайфую от них. На те мелочи эти. Ой-ой-ой. Вот бы в бимку такие машины. Именно машины я хочу в бимку. Но, естественно, никто делать этого не будет. Смотри, ушатали прям. Мотор у нас изогнуло просто. Изогнутый мотор. Как тебе такое, Илон Маск? Так, я сосредоточен, но только я уже профукал. Да, 17 место. Зато я... Аня, Илья. А, действительно, я тут просто забаговалась. Деньги тут есть, награда, но только это не сохраняется, ничего и на эти деньги ничего купить нельзя. Ну а теперь давайте попробуем тот режим, ради которого эта игра в основном и создавалась, ее скачивают и любят. А именно, вот она, дерби. И вот мы имеем 24 автомобиля, и каждый сам за себя. Ух. Ю. Мимо всех проехал. Тут, конечно, и еще поддерживаются рули очень даже неплохо. И поэтому, кто хочет, тот может поиграть на руле. Тут есть даже форс-фидбэк на рулях. И говорят, что даже неплохой. Даже в этой версии. Поэтому, кто хочет, тот пускай просит. И я даю ссылку и объясняю, как все делать. Физика повреждений тут очень классная. Конечно, не как в бимке, но тоже очень-очень приятно. Ой, ну тут прочность автомобилей гораздо меньше, чем в последних версиях. Вот, уже критические повреждения. Я считаю, что это и плюс, и минус. Плюс в том, то, что нужно именно рассчитывать стратегию и умно действовать, а не напролом.
И, а минус в том, то, что это немножко понижает уровень веселья. Так. И еще тут мне, что в этой версии нравится, так это то, что у автомобилей есть полностью все детали. То есть полностью они комплектные. Ну, по крайней мере, стараются быть комплектными. Вот. Поэтому мне очень нравится, когда фонарики задние горят, когда молдинги отваливаются, и вот это все. Жаль, что в новой версии это убрали. Как только эта версия вышла в полной своей блин, тавтология. Ну, вы поняли. Вы очень поняли. Если честно, то я это видео делаю на скорую руку. Но мне просто очень понравилась эта игра, и я хочу это видео сделать. Но я его уже хотел последнюю неделю сделать, но так время и не находил. Так. Сейчас, давай, давай, давай. Ай, нет, не получилось. Надо подбитых ловить и в них сразу врезаться. Блин, дыма. Дыма столько, ужас просто. Ай, промахнулся. О, давай, давай. Ух, кувыркнулся. А сзади... Ой, а в салоне тут вообще жесть и ужас. Так. Блин, как сложно управлять задом. А задом тут лучше всего управлять, потому что сзади мотора нет. И как бы тут сзади гораздо более безопасно ездить. Ой-ой-ой. Давай, нате. Да блин, да когда же они друг друга размотают? Они не хотят просто разматываться. Я уже на критическом уровне повреждений уже довольно долго еду, между прочим. Так. Забыл сказать то, что тут еще есть повторы. И мой... А, нет, не забыл сказать, извиняюсь. Но тут есть повторы с красивой камерой. Вот я, конечно, пятый. Вот я пятый. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о пятом Жигулете, блин. Ладно, продолжить. Ну или вот, можно посмотреть реплей. Если вам интересно, можно посмотреть реплей, выбрать камеру и полностью рассмотреть, что и как тут происходило. Вот. Уи. В общем, вы поняли. Выхти. Выхти, да, выхти. Так. Посмотрим еще. Нужно посмотреть как можно больше контента. Также фигурная восьмерка мне больше нравится. Так, нет, это слишком сложная машина лично для меня, поэтому я все-таки хочу на эти поездить. Отправиться в гонку. Да. Все, погода рандомная. Поехали. Вот, загрузилась у нас игра. И мы начинаем. А я на каком? А я даже шестая позиция у меня. Охренеть. Так. Есть, впечатал. Давай, давай, давай. Есть. Ой, какой... Давят. Ё-моё, Жесть тут творится. Дичь полная. Ё-моё. Как тут от них от всех вот... Ай, ладно, надо рестартнуть. А, не рестарт. Нормально, поехали дальше. Ничего. Ой. Ай. Больно. Объезжаем. Ё-моё. Есть. Я иногда, наверное, буду подставлять кадры из повторов. Мне кажется, это будет эпично.
Ай. Если я, конечно, буду записывать повторы. Блин, развернула. Поехали, поехали, поехали. Да, тут. Ах. 10-е место, к сожалению. Все, я немножко еще поднастроил трансляцию, теперь вам слышно игру и записал повтор. Вот. Ладно, продолжаем. Да, конечно, тормоза в игре довольно сильные на записи, но что делать, что делать? Ничего. Давайте затюнем еще эту тачку. Да, тачку. Прям тачку. А, здесь и так самый мощный мотор стоит. Да. Ну, давай 5-ступенчатую коробку. А все остальное тогда оставим стандартное. Поехали в гонку. И давайте, давайте вот это. А я уже делал, но не получилось, поэтому старт. Вот загрузилась игра у нас опять. Надеемся, что не будет тормозов. Красивая картинка, опять-таки красивая погода, зрители на трибунах, поэтому мы можем ехать. В интерьере все выдрано. Ладно. Звуки теперь вы слышите. Аккуратней. Ой. Блин. Ой. Мое все. Так, ой. Ай-яй-яй-яй. Ничего, ничего, ничего. Поехали. Кувыркнулся. Чувак. Поехали дальше. Давим, давим, давим. Ай, не получилось, не получилось. И я последний, как обычно. Что у меня с колесом? Вы видите это? У меня одно колесо, не пойми как. Вот это повреждение. Блин, слишком тяжелый. Но все же тут искусственный интеллект крайне сложный. И победить его довольно тяжело. А тем более уж занять первое место. Максимум можно выставить 10 кругов. Но за 10 кругов как раз таки можно набрать первое место. Ё-моё. Ай. Все, минус. Минус я. Все, можно перезапускать и гонку. Я не смогу больше ехать. Вот как-то так. Сейчас посмотрим, сделаю повтор и можно перезапускать. Ну что ж, продолжаем. Попытка номер 2. Поехали, поехали, поехали. Сейчас я всех сейчас тут победю, наверное. Жесть творится, но я победю всех. Нет, 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 нет. Ай. Рестарт. Не, это даже смотреть неинтересно, рестарт. Давай, давай. Нет, не получается. От первого лица тут, конечно, гораздо... Там кого-то впечатали. Ай-яй-яй. Тут всех впечатали. Блин, все, минус. Вообще все, что только возможно было. Из внешнего. Что-то медленно стал машиной, ну, естественно. Минус все. Давай, тяни.
один заруба. Дымок. Блин, там раскрутило одного мужика. Меня утрамбовали. Меня даже этот обогнал. Твой. Не сильный тут искусственный интеллект. Действительно. Ну хотя бы одного я развернуть-то смогу. Давай. И что ты не едешь? Давай. Да, давай. А, и последний круг уже. Не смогу. Ничего. Блин, ну что это? Это вообще опять неинтересно. Надо какие-нибудь повеселее моменты находить. Да. Я для этого даже повтор не буду записывать, потому что это же неинтересно совершенно. А ладно, хотя запишу. Запишу. Теперь я планирую вообще... Это, мне кажется, должно быть интересно. И, кстати, да, это единственная машина, в которой можно перейти в А-класс. Тут самый мощный движок, может, ну, самое большое соотношение мощности. Так, ладно. Что ж, вы понимаете, чего я хочу сделать. На асфальтированной трассе. Так, вот она. Давай 3 круга. Поехали. Вот, у нас игра загрузилась. Ну что ж, мне кажется, сейчас будет прям мясо. Да. Поехали. Я 4-й. Как хорошо, что меня здесь поставили. Потому что у меня самая легкая из всех машинок. Ё-моё. Блин, шины летят. Я понял то, что это не самое лучшее решение было. Ладно, и салон попробуем. Кувыркаются люди. Вылетел. Я даже не увидел его сразу. Давай. Гоняем. Он подцепил меня. Блин, пит-маневр на мне сделал. Что это за неуправляемая хрень? Мне кажется, на этой хрени надо и делать тест на вождение, если мы будем в онлайне играть. Табуретка просто. Дикая, бешеная табуретка. Да, не синхронизируй. Повтор не синхронизируется по повреждениям с оригинальной игрой. Летим! Куда? Так. Ура. Поехали. Блин, что тут от машины вообще осталось? Что это? Я лично не понимаю, что это такое. Так. Ух. Уже все от нас уехали на черти сколько. Я уже никого догнать не смогу. Да, все-таки сложно здесь машину управлять. Это прям челлендж. Ай-яй-яй-яй. Все, блин. Стойте, погодите. О, ну хоть кого-то обогнал. Как он там сидит?
как здесь этот мужик сидит? Сейчас. Это... Вот всегда так езжу в автомобиле. Вот, да, это самая удобная посадка. Вот, вы понимаете? Вот, самая удобная посадка. Еще фиолетовая, что-то торчит. Да. Это, походу, цвет кожи наш фиолетовый. Тормозов нет. Жесть. О, тем не менее, я начинаю их догонять. Но не догоню. Давай, давай. Бешеная табуретка, лети. Лети. Выдавай, давай, давай. Ух. Поехали, поехали, Ай, в стенку. Все, у нас от машины уже ничего не осталось. Это даже не машина. Это какой-то скомканный комочек. И опять я перевернулся. Так. Ну, что есть, то есть. Пара-па-пам-пам-пам, 23-й. Ну, хоть не последний. И то радует. Что, я сейчас запишу повтор. Ну что ж, на этом мы заканчиваем данную серию. С вами был Сергей71. Пишите комментарии, оставляйте лайки, дизлайки. Ну да, так. И всем удачи и пока.